Генпрокуратура штата Нью-Йорк начнет расследование в отношении экс-адвоката Трампа. Дело может быть возбуждено по факту нарушения юристом налогового законодательства. Напомню, что ранее Майкл Коэн пошел на сделку со следствием и рассказал о том, как платил за молчание женщинам, с которыми Трамп якобы имел интимную связь. Выплаты производились из предвыборного фонда. Не исключено, считают эксперты, что Коэн для собственного спасения может дать и другие признательные показания, в том числе, по словам его адвоката, о взломе электронной почты. А это уже имеет отношение к расследованию спецпрокурора Мюллера о предполагаемом вмешательстве в выборы и к так называемому русскому досье Трампа.